работники культуры, школы искусств, прекрасные ведущие. Видите, от нашего коллектива слова благодарности за то, что вы смогли праздник хоть немножко, но мы сегодня смогли отдохнуть. Ну, еще вторая часть будет, конечно, желающих, но тем не менее. Поэтому всех благ вам, творческих успехов. Всегда, я так высказываюсь, лесное хозяйство на Бережничне и культура – это едино. Вот поэтому так. Вперед к культуре. Надо было. Примите. И я хочу присоединиться ко всем поздравлениям. Замечательные слова, много замечательных слов было уже сказано в ваш адрес, но сколько вам здоровья не желать, оно все равно лишним не будет, правильно же? Здоровья вам крепкого-крепкого, чтобы вы трудились на благо нашему городу, чтобы зеленого у нас было чем побольше.